Привіт, друзі! Телеканал «Миколаїв» представляє програму «Стопкадр» в студії Аніта Рашевська. 200 років тріумфу. Чи можливо це, ми з вами дізнаємось в нашій сьогоднішній програмі. 200 лет Айвазовскому со дня его рождения – это 200 лет триумфа. Ну, конечно, это гениальный маринист. Причем это сказал сам великий маринист, известнейший английский художник Вильям Тернер. У Айвазовского было несколько стихий морских. Он очень любил показывать бури. Здесь наоборот. Здесь штиль. Причем почти зеркальная вода, умиротворение, покой. Он был выдающийся музыкант, о чем уже совсем мало кто знает. Он блестяще играл на скрипке. Невідомі сторінки життя людини стають відомими через роки. І тоді всі дивуються, як одна особистість може поєднувати в собі стільки талантів. Саме про це ми і поговоримо в нашій сьогоднішній програмі. Господа, ми знову в музеї Василия Верещагина. Знаете почему? Потому что 2017 год, в котором мы с вами сейчас живем, это год 200-летия замечательного художника Айвазовского, чьи картины хранятся в нашем музее. А что может быть лучше, чем настроить нашу жизнь на хорошее? Это картины. Правда, Сергей Николаевич? Здравствуйте. Да. Картины могут сделать нашу жизнь лучше? Обязаны. Картины обязаны делать нашу жизнь лучше. И, вы знаете, я вот хотел бы вернуться к тому, с чего вы начали. 200 лет Айвазовскому со дня его рождения – это 200 лет триумфа, действительно. И мне вот всегда интересно смотреть на человека вот с несколько необычной точки зрения, что я и вам всем предлагаю сейчас сделать, посмотреть на Айвазовского, вот на такого, которого мы не очень хорошо знаем. Конечно, это гениальный маринист, гениальный абсолютно, причем это сказал, ну не я, конечно, а до меня много раз говорили, но первым был, вот кто бы вы думали, сам великий маринист, известнейший английский художник лондонский, Вильям Тернер. Вильям Тернер, он старше намного Айвазовского, он был признанный уже мастер, когда Айвазовский только-только родился и вот еще не обучался в академии. Но маринист – это тот, который пишет море, правильно? Исключительно только морские виды. Хотя это тоже не совсем правильно, потому что и у того, и у другого были и виды не только морские, но и другие. Так вот, Тернер, когда Айвазовский одну из первых своих выставок привез в Италию и показал в Италии, ему было всего 26 лет тогда, Тернер увидел работы Айвазовского. И он пришел в такой неописуемый восторг, что, будучи англичанином, на итальянском языке написал стихотворение, прославляющее работу Айвазовского. И в этом стихотворении называет его первым из художников гением. Гением – это, между прочим, очень важно, особенно потому, что из уст тоже мариниста, уже признанного с европейским именем, он действительно был первым маринистом Европы в конце 18-го, начале 19 века. Вот Айвазовский был совсем еще юный, молодой художник. Но для него триумфом вообще этот год закончился, потому что он мало того, что его Тернер назвал гением, он еще когда приехал в Амстердам со своей выставкой, он был принят в академике Амстердамской академии живописи. Вот так вот. Вы сказали, Айвазовский – это 200 лет триумфа. Представляете, господа, 200 лет триумфа Айвазовского. Как-то 200 лет триумфа. А триумфа потому, что все его работы, а их, в общем-то, ну, довольно много. Он из художников, вот если брать историю живописи, он, наверное, один из самых таких плодовитых. Потому что у него насчитывается, ну, там разные оценки есть, но менее 6 тысяч не насчитывается картин. 6 тысяч картин – это очень много. Тем более, вот видите, многие из них вот такие довольно масштабные. Например, свою известную картину, которая сейчас находится в Санкт-Петербурге, в музее Александра III, «Среди волн», он написал за 10 дней, а она 15 квадратных метров.
15 квадратных метров, и больше этой, кстати говоря. И вот все за 10 дней было написано. Ну, это человек обладал колоссальной работоспособностью. Представляете, телезрители, вот бы нам такую работоспособность. За 10 дней огромное полотно. Колоссальная работоспособность, но я хотел бы еще сказать следующее. Во-первых, с чего мы начали. Ну, это он маринист. Мы на него посмотрели, как на мариниста, ну, бегло так очень. Теперь я хочу сказать, что он был выдающийся музыкант, о чем уже совсем мало кто знает. Он блестяще играл на скрипке. И вот, когда он попадает в Петербург, в Академию художеств, там учится, вот эти первые годы становления, он входит в круг людей и музыкантов, и художников, ну, таких как Карл Брюлов, вот, Василий Жуковский, Кукольник, Александр Сергеевич Пушкин. Ну, видите, круг очень серьезный, да. И вот Глинка, например, который тоже прекрасно был знаком с Айвазовским, использовал наигранные мелодии Айвазовским, ну, брал их и прямо использовал в своих произведениях музыкальных, о чем он признается, в том числе вот опера известная «Руслан и Людмила», там в третьем акте он использует мелодию как раз Айвазовского. То есть Айвазовский просто садился, брал инструмент в руки и что-то наигрывал. Да, не да. По нотам, а играл что-то такое, что приходило к нему свыше, да? Ну, если его называл блестящим музыкантом Антон Рубинштейн, я думаю, что это авторитетная фигура. Тем более, что они любили приезжать к нему в Феодосию, где он, в общем-то, в основном всю свою жизнь провел, в родном городе Феодосии. И вот там Антон Рубинштейн очень любил слушать, они музицировали ночами. Из Пендиаров туда приезжал. Ну, в общем, музыкальная элита того времени признавала Айвазовского замечательным, блестящим музыкантом. Вот я думаю, что об этом мало знает кто из обывателей. Но это вот правда, вот он выдающийся, гениальный живописец, маринист, и выдающийся музыкант, все-таки выдающийся, я думаю, да. Но это не все. Он был настоящим гражданином своего города. Он столько сделал для Феодосии, что о нем при жизни феодосийцы песни слагали и пели на улицах. Вот у нас кто-нибудь сейчас поет о наших современных, значит, деятелях. Да, деятелях песни. Я думаю, может, кто-то и поет, кто его знает. Может, кто-то и поет, да, телезритель, но мы пока этого не знаем. Но горожане, я не слышал, что по ком-то пели. А об Айвазовском песни складывали, потому что, во-первых, он помог провести железную дорогу в город. Он помог в строительстве порта, очень сильно помог. А порт Феодосии того времени был больше Одесского порта, между прочим, и крупнее. И он помог питьевую воду наладить, поставку питьевой воды в Феодосию. Он помогал массе людей, вот, ну, кто нуждался, он помогал. Будучи сам, кстати говоря, не из очень, ну, не совсем не богатая семья, его отец Константин Айвазовский, он был старостой на базаре. Базарным старостой был. При этом, при всем при том, человек свободно владел 6 языками. 6 языками отец его владел спокойно, значит. Ну, кстати, Айвазовский тоже. Так вот дальше, значит, смотрите, что он делал для города. У него была выручка от нескольких выставок 70 тысяч рублей. Это в то время гигантские деньги, потому что, ну, средняя зарплата была 30-40 рублей в России. Значит, 70 тысяч он потратил на благотворительность в городе. Сразу. То есть, гражданин, причем такой, я думаю, выдающийся, безусловно, раз песни складывали о нем. Не собирая при этом огромное количество журналистов, чтобы все написали, что смотрите, господа, вот именно трачу на город. Нет. Это да, он был в этом смысле достаточно скромным человеком, и нет. Потом он был же ведь главным художником генерального штаба морского. И отсюда его, ну, знакомство с выдающимися моряками того времени, Лазаревым, Нахимовым, Корниловым. Вот. Это его среда тоже. Он, не будучи, кстати говоря, не имея образования ни военного, ни морского, он досконально изучил такелаж. То есть корабли изучил досконально, потому что на его картинах корабли точно соответствуют тому, значит, состоянию, в каком они были тогда. Вплоть до ванта, всевозможных парусов. Он все это прекрасно знал, изучил самостоятельно.
Ну вот, помните, с вами разговаривали уже о том, что и у Верещагина, и у многих художников того времени, когда они писали особенно корабли, они точно соответствовали вот тому, да, что... Они не позволяли себе искажать действительность, искажать реальный мир. Поэтому это для них было принципиально. И он же был, будучи военным фактически художником, экспедиции предпринимались в Средиземном море, он зарисовывал там фортификационные сооружения, значит, боевые там какие-то батареи, вот это все. То есть он этим тоже владел прекрасно, не проходя специального обучения. Он был принят главным художником, вот, генштаб флота. По Балтике многое плавал, и там зарисовки делал фортификационных сооружений Швеции, Дании. Вот. Так что вот еще одна сторона, грань, о которой, ну, знают, конечно, но редко вспоминают. Редко вспоминают. Но еще одна грань удивительная совершенно, о которой нельзя не сказать, это он был замечательным, в принципе, историком. Он очень любил изучать свой родной край, какие народы, что это были за народ тавры, как там греки жили, скифы жили в Крыму. Вот он все это изучал очень тщательно. Более того, он даже финансировал раскопки археологические, что для того времени было достаточно таким, ну, новым делом. Вот собирали артефакты древние. И вы понимаете, вот он же создает, он строит галерею за свои деньги, за свои собственные средства строит галерею и дарит ее городу в 1880 году. А ведь Третьяков дарит свою галерею Москве в 92-м году. То есть Айвазовский на 12 лет опередил вот этот уникальный дар Третьякова, о котором много говорят, всегда пишут, и забывают, что первым был Айвазовский. Причем намного, на 12 лет раньше он это сделал. Так часто бывает. Проходцы как-то, да, они остаются в тени. И это была первая галерея в империи, которая была передана городу. Первая. А Третьяков был вторым. Сергей Николаевич, вот мы ж недаром акцентируем внимание наших телезрителей на том, что 2017 год – это 200-летие со дня рождения Айвазовского. Почему телезрители? Потому что, чтобы на примерах вот этих замечательных людей и мы тоже находили в себе силы жить и творить. Ну, конечно. Потому что, понимаете, чем больше люди имеют вот таких вот вершин, на которые можно опереться, а не пустоту, тем, наверное, общество лучше, выше, чище, порядочнее и так далее. И вот картины, которые сохраняются у нас в музее, об этой картине мы уже рассказывали телезрителям о том, что она была и в плену практически, и подлежала очень скрупулезной реставрации. Да, вы знаете, мы запустили вообще уже программу, вот сегодня как раз вы в тот день еще пришли, когда программа запускается уже в реальном времени, в реальном режиме. Это программа «Айвазовский в Николаеве». Ведь он был в Николаеве много раз. Картины есть написанные про Николаев, про наши заводы, там спуск корабля в Николаеве. Кстати, продана была относительно недавно, лет 20 назад, в Сотбисе, на Сотбисе. И вот он знал Николаев, он в дневниках своих о Николаеве пишет, как он здесь пребывает. И у нас в музее, в фондах музея 9 работ Айвазовского. Вот они, мы все их покажем. Мы каждую будем представлять отдельно. Вот сегодня первая представляется, кофейня в Крыму, Феодосии. Значит, это тоже будет представлена работа, и остальные все. Причем у нас 8 картин живописных, одна картина акварельная. Это уникальная тоже для нас, но вообще для музея, потому что акварельных работ намного меньше, чем он все-таки в основном писал в технике масляной живописи. Мы все представим, мы покажем полностью Айвазовского, который есть в городе Николаеве. Если наши зрители хотят посмотреть на Айвазовского, вот его триумфа 200-летнего, то, пожалуйста, только в музее. В нашем он есть, больше нигде. В радиусе 100 километров нету Айвазовского. Ну, в Одессе есть, конечно. В Херсоне 2 работы. Мы, кстати, и их собираемся показать николаевцам. Мы планируем в марте месяце выставку из музеев, ну, 2 или 3, еще сейчас точно не знаем,
Но выставка будет посвящена и в Азовском, там будут работы и некоторых других маринистов, в том числе его внука Ганзена. Прекрасный тоже был маринист, ну, внук его родной причем, да, значит, есть у нас одна работа его, это тоже покажем. То есть это год, в принципе, под знаком моего Азовского весь проходит. Хотя он родился в середине года, причем, по-моему, почти точно в середине года, 17 июля. Ну, это седьмой месяц, вот как раз и... вот эта сама дата в этот день будет отмечаться. Но мы считаем, что это весь год под знаком. И программа «Айвазовский в Николаеве» нами уже запущена. И сейчас какую картину мы пойдем смотреть? «Кофейня в Крыму». Друзья мои, пойдемте в кофейню в Крыму. Пойдемте посмотрим эту картину. Вот, друзья, мы пришли с вами смотреть картину «Кофейня в Крыму». И здесь уже очень много людей. Внимание на экран. Картина. Вот там сейчас вы все увидите. Пока, друзья мои, в музыкальной гостиной музея имени Верещагина идет представление картины Айвазовского «Кофейня в Крыму», мы буквально выдернули Сергея Николаевича с мероприятия, да, Сергей Николаевич, чтобы узнать, в чем же изюминка этой картины. Сергей Николаевич, вот там сейчас представляют картину, очень много рассказывают, но эфир нашей программы не предполагает длительности, предполагает краткости, но очень глубокой. Ну, прежде всего в том, наверное, что это одна из тех работ, которые показывают море в абсолютном штиле практически. У Айвазовского было несколько стихий морских. Он очень любил показывать бури. Ну, все, наверное, думаю, знают, все-таки «Девятый вал» знаменитый, «Среди волн», «Кораблекрушение». И вот в какой-то период у него это очень ярко звучало. Вот. Причем на протяжении, в принципе, всей жизни, до конца своих дней он любил писать бури. Более того, если вспомнить того же Достоевского, Федор Михайлович, кстати, был большой поклонник Айвазовского работ, с восторгом всегда ходил на его выставки, очень высоко отзывался об этом художнике. И он даже пишет в одной из своих статей, что в бурях Айвазовского есть некое упоение. Вот упоение... Ну, вот мне кажется, это то же самое почти, что у Высоцкого Владимира Семеновича. «Чую с гибельным восторгом, пропадаю, пропадаю». Помните такую песню? Вот что-то такое наподобие этого у Достоевского вызывали его бури. Я вам скажу, что я сам, когда, ну, совсем еще молодые годы, там, наверное, в третьем или в четвертом классе, впервые пришел в музей Александра Третьего, тогда он русский музей был в Санкт-Петербурге, в Ленинграде тогдашнем. Значит, и стоял около картины «Среди волн», где ничего нет, кроме волн. И вот ты стоишь, такое ощущение, что на тебя вот сейчас вот эта волна накроет. И, ну, буквально 3D. Это в 60-е годы, значит. Без очков 3D, да? 3D без очков, и не надо никаких очков. Она, правда, была хорошо подсвечена тогда. Ну, и настолько сильное впечатление картина произвела. Потрясающее. То есть буря у него потрясающая. Здесь наоборот. Здесь штиль. Да, у него было море абсолютно разное. И здесь штиль, причем почти зеркальная вода, умиротворение, покой. Он часто любил, когда в годы учебы, и потом еще работал, когда в Петербурге, он любил приезжать к себе домой. И вот, видимо, набирался там, значит, такого состояния благостного успокоения. И потом, в конце концов, он вообще перебрался в Феодосию, жил почти
вторая половина жизни практически безвыездно. Только в Америку съездил, там в Италию. Там по мелочи, да? Да, 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 да. Ниагару писал в Америке, значит. Но вот эта работа, кстати говоря, действительно очень яркая и одна из лучших, на мой взгляд, работ, где он изображает море идеально спокойно. Хотелось бы, чтобы, глядя на картину Айвазовского «Кофейня в Крыму», чтобы и наша жизнь тоже наполнялась покоем. Как мы говорили, смотрим на картины, и идет оттуда отражение на нашу жизнь. Да, умиротворяя. Сергей? Умиротворяя нас, успокаивая. Нам этого иногда не хватает, к сожалению. А может, и к счастью, не знаю. Вот эта картина, конечно, она веет спокойствием, веет уверенностью. Во всяком случае, в том, что все будет хорошо. Тож, друзі, рік Айвазовського відкритий, і ми бажаємо вам відкрити для себе глибину його творчості. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василія Верещагіна. Я, Ніна Терешевська, прощаюсь з вами. На все добре.